катается под музыку из «Фантома оперы». У девушек было 3 секунды славы на НТВ+. Вот, собственно, и все о них. Теперь только про фигурное катание. Ну что, мы тоже ждем четверного?
Патрика Чена с большим воодушевлением приветствует трибуны. Ladies and gentlemen from Canada, Patrick Chen. Ну что же, это был чистейший четверной в начале программы Патрика Чена из Канады. Это достойно. Это классно, это правильно. Вообще много программ. Некоторое количество программ осталось с прошлого сезона. Такое впечатление, что спортсмены прямо чувствуют, что это какие-то были недокатанные программы, которые можно теперь украсить четверными. Но тут же он не смог совладать с Акселем. Эта связка работает тяжело. Четверной плюс Аксель. Ничего, он научится и с этим справляться, конечно же, в итоге. Это был второй аксель. К нему он прибавил тулуп. Там не все было чисто с приземлением, но он это сделал. И вообще, он не терялся ни в одной ситуации. Там, где нужно было перескочить, перескакивал. Делал какие-то еще прыжки, флипы. Сальховые. Все грамотно. И, конечно, он как рыба в воде себя чувствует в этой программе. Все выглядело более чем уверенно. Кроме прыжков. Прыжки многие оказались с нехорошими выездами. Но это и не важно. Вообще ничего не важно. Если вам нравится, как катается Патрик Чен, смотрите, наслаждайтесь. Если вам нравится кто-то другой, смотрите на кого-то другого. Простая философия. А они там на площадке, на ледовой и за кулисами сами разберутся. Без нас. Scores, please, for Patrick Chen of Canada. The pre-program score. 166 баллов. Лучший результат в его карьере. Стоит ли говорить, что до этого лучшим результатом был тот, что получен на Олимпийских играх?